И всем привет! Меня зовут Никита. И сегодня мы с вами будем плести из резиночек браслеты по запросу подписчиков. Многие просят плести браслеты именно на рогатки, потому что у них нет станка. И это видео будет как раз для вас. И вот такую вот красоту мы сегодня с вами сплетем. Плести я сегодня буду браслет вот в такой вот расцветке. Вы также можете сплести в любой другой расцветке, в которой вы захотите. Но перед тем, как мы начнем, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. А также обязательно поставьте лайк. Ну а мы начинаем. Для плетения этого браслета нам понадобится около 26 резиночек белого цвета или основного, который вы хотите использовать. И также по несколько резиночек любых цветов. Я вот буду использовать вот такие вот радужные. А также рогатка, крючок и клипса. И давайте начнем плести. Возьмем первую резиночку. Я беру белого цвета и перекручиваю ее на 2 столбика восьмерочкой. Теперь беру уже цветную резиночку. Я сейчас буду использовать вот такие вот розовенькие. Так, приготовим 2 штучки. Возьмем первую и накидываем ее. И теперь возьмем наш крючок и скидываем белую резиночку с правого столбика. И теперь переносим верхнюю левую резиночку с левого столбика на правый. Вот эту вот розовенькую перенесли. И теперь возьмем вторую розовую резинку, накидываем ее и скидываем нижнюю резиночку с левого столбика, вот эту беленькую. И переносим верхнюю розовую резиночку с правого столбика на левый. Теперь возьмем белую резиночку, накидываем ее на рогатку и скидываем по верхней резиночке с правого столбика и с левого. Вот, и по 2 нижние розовые резиночки у нас остались. И теперь приготовим следующий цвет, который мы будем использовать. Вот, я буду такой вот розовый использовать. Возьмем одну резиночку, накидываем ее. И возьмем крючок и скидываем нижнюю резиночку с правого столбика. Это такая вот розовенькая. И теперь переносим верхнюю розовую резиночку с левого столбика на правый. Опускаем чуть-чуть вниз. Возьмем следующую цветную резиночку, накидываем ее. И также скидываем нижнюю левую розовую резиночку с левого столбика. И переносим резиночку розового цвета с правого столбика на левый. Берем беленькую резиночку, накидываем ее, вот так вот. И теперь скидываем верхнюю розовую резиночку с правого столбика. И теперь смотрим внимательно. Заводим крючок под вот эту вот розовую резиночку на правом столбике. Вот так вот заводим, отодвигаем ее тыльной стороной крючка. И захватываем нижнюю беленькую, вот так вот ее скидываем. И теперь точно такую же последовательность повторим с левого столбика. Вот смотрите, скидываем верхнюю розовую резиночку, а затем нам надо завести крючок под розовую. Вот уже беленькая резиночка вот так вот выпрыгивает. Давайте я сейчас ее вот так вот сделаю. Так, заводим под нее крючок, отодвигаем ее, захватываем нижнюю беленькую и скидываем ее. И теперь будем повторять наше плетение. Вначале мы будем проплетать 2 цветных резиночки, а затем одну беленькую. Вот я приготовила уже такую схемку. Возьмем одну цветную резиночку и накидываю ее. Возьмем крючок и скидываем нижнюю розовую резиночку с правого столбика. И переносим верхнюю оранжевую резиночку с левого столбика на правый. И точно так же проплетаем на левом столбике. Возьму цветную резиночку, накидываю ее. Скидываю нижнюю цветную резиночку с левого столбика. И переношу оранжевую резинку с правого столбика на левый. Вот так вот у нас с вами получилось. И теперь у нас осталось, как мы видим, беленькая резиночка. Накидываем ее, значит. И теперь скидываем верхнюю оранжевую резиночку с правого столбика. И заводим крючок под среднюю вот эту оранжевую резиночку. И вот так вот скидываем беленькую нижнюю. И на левом столбике точно так же повторяем. Скидываем верхнюю. Вот уже у меня она сама отодвинулась. Вот так вот скидываем ее. Так, ну и давайте еще раз я вам покажу, как плетется этот браслет. Запоминайте последовательность. Приготовим 2 цветные резиночки и одну беленькую.
Проплетаем цветные резиночки сначала одну с правого столбика, а затем следующую левого столбика. Возьмем цветную резиночку, накидываем ее на два столбика. И теперь скидываем нижнюю цветную с правого столбика и переносим верхнюю оранжевую резиночку с левого на правый столбик. И еще одну резиночку цветную возьмем, накидываем ее, скидываем нижнюю цветную оранжевую резиночку с левого столбика и переносим верхнюю светло-оранжевую с правого на левый столбик. И проплетаем цветную резиночку, накидываем ее, скидываем верхнюю оранжевую с правого столбика и заводим крючок под вот эту оранжевую, захватываем беленькую и скидываем. И на левом столбике скидываем верхнюю, затем заводим под цветную среднюю, захватываем нижнюю белую и вот так вот скидываем. Я надеюсь, вы уже запомнили последовательность этого браслетика. Если вы не запомнили, то отмотайте немножечко это видео назад. Вначале мы, получается, проплетаем две цветные, а затем одну белую. Так мы проплетаем браслет нужной длины. Вот я еще немножечко проплел браслет, и смотрите, какая красота у меня получилась. И давайте завершим браслет. Скидываем все нижние резиночки. У меня остались тут фиолетовые. Вот с каждого столбика все нижние резинки скидываем. Теперь возьмем клипсо-застежку. Перенесем ее с правого столбика на резиночку. И вот так вот вытянем и с левого столбика на резинку. И вот такой вот браслетик у меня получился. И теперь соединим два конца. Вот находим второй конец. И соединяем на вот эти белые резинки. Сейчас. И вот так вот соединяем. И наш браслетик готов. Я надеюсь, это видео вам понравилось, и вы вместе со мной сплели вот такие вот замечательные, красивые браслетики. Если это так, то если вы еще не поставили под этим видео лайк, обязательно его поставьте. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые интересные видео. Также подписывайтесь на мой Instagram. Смотрите мои другие видео, а на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, пока-пока!